Ну что, друзья, нас ждет очередной бой с Немезисом. И для этого мы берем все, что у нас есть. Так, мины. Так, у нас всего одна аптечка. Вот это печально. Вроде как одна. Да, больше нету ничего. Вот это очень печально. Так, ну что, начнем, как обычно, наверное. Или сразу с мин, может, начнем. Да, наверное, возьмем мины сразу. Так, объединим магнум, сразу перезарядим все. Но перезаряжать больше нечего. Ну что, отправляемся. Так, бежим сюда. Тут побольше места, как арена будет. Так, давайте-ка мины так сделаем. А мины мы оставим напоследок. Беги. Беги. А, спанул. Воу-воу. Ну что ты на него не целишься-то? Патроны объединить. О, опа. Опа. Жесть, короче. А. Фу. В этих вот столбах, блин, самому бы не запутаться. Да что ты, столько патронов истратил впустую. Ох ты, тебе плохо. Отлично. Ай, во. Цепанул. Давай, подходи. Оп. Ай-яй-яй. А, это была жесть. Сейчас нельзя так делать. Так, патроны. У нас еще один выстрел. Да что ты? Вставай. Давай, пока он орет. Yes. Oh, yes. Вот это была жесткая битва. Честно, ребята. Это была жесть. Взять предметы М37 части Б. Фу. Я реально вспотел. Так, давайте сделаем ружье. Убираем магнум, убираем аптечки, их нету. Так, мины все-таки не пришлось тратить. Убираем гранатомет. Так, отлично. Давайте пока оставим так. А, ножик еще надо взять. Все. Все, Немезиса здесь нету. Опять живучий. Так, и пауков здесь нету. Пропали. Так, друзья, мы забыли взять отмычку. Вот что мы забыли. Я помню то место, там отмычка нужна будет. Чтобы никто не появился. Где у нас отмычка? Вот она, отмычка. Все. Теперь взяли точно все. Так, теперь у нас по плану парк Раккун. Будем исследовать парк. Так, хедшот, отлично. Быстрее, быстрее перезаряжай. Добьем тебя сейчас ножиком. Правда, откуда они здесь взялись, неизвестно. Когда мы уходили Карлосом, здесь их не было. Так, использовали отмычку, отлично. Мины, здорово. Так, ключ от парка. Этот ключ от главных ворот Раккун парка. Да, если бы не взяли мы аптечку, отмычку с собой, похоже, он сломан. Тогда бы не попали в парк. Еще мины. Ничего интересного. Фотография Е. Зомби атакуют. Так, сбрасываем. Сейчас отмычку сбрасываем, не нужна больше. И можно, кстати, сделать патроны для пистолета. Где он? Все, отправляемся в парк. Ух ты, как запрыгнула-то. Отцепись. Да, блин. Пиявки эти. Ползают, ползают. Оу. А, сдох, что ли? Давай, хедшотик-то. Так, этот живой. Отлично. Ох ты, голову снес ей. Опа, опа. Готово. Вот и бочка была, можно было бочкой взорвать. Так-с. Ключ от парка. Он что-то держит. Письменный приказ наблюдателям. Цель задания Браво-16. Первое. Добыть любую информацию, относящуюся к данному делу. Наблюдать и фиксировать информацию о боевых действиях на UBSC. Второе. Уничтожить все улики, в том числе медицинское учреждение, в котором содержится информация о методе лечения. Третье. Проверить, могут ли подопытные выполнить задание. Когда задание будет выполнено, начинайте эвакуацию. Помните, вы должны помогать только смотрителям и не должны принести с собой ничего, чье происхождение можно проследить. Он был застрелен. Так, ничего. Еще трупец. Патроны магнум. Здорово. Посторонний вход запрещен. Это здание ворота Раккун парка. Закрыто. Так. Что-то не могу же. Ключ наемника, на нем написано кладбище Раккун парка. Так, значит, идем обратно. Там еще у нас был спуск. Пробежи по верху. Карта парка. Так, что у нас с файлами? Отлично, пока еще ничего не пропустили. Вот сколько добра. Дальше, похоже, строительство не закончено. Форма фонтана изменяется в зависимости от комбинации шестеренок. Так. Панель управления фонтаном. Открыть крышку. Так, тут головоломочка с фонтаном у нас. Две черные сверху, две белые снизу. Тут еще и количество шагов ограничено. Понятно. Так. Так. Так, опять ничего. Не то. Понятно. Вот так. Спускаемся вниз. Так, что за звуки? О, опять эти твари здесь. Там прохода нет. Угу. Патроны закончились. Ну давай, подходи. Мы зеленые все уже смешали. Ладно. Здесь лежит Джеймс Отто. Семья будет помнить о нем. Двоих сразу не получилось вынести. Так, ключ больше не нужен. О, отлично. Порох. То, что надо. Так. С. С. Здесь лежит различные инструменты. Взять предмет железная труба. Железная газовая труба. Прочная и длинная. Можно использовать как рычаг. Дрова, которые можно поджечь. Из камина дует ветер. Так, зажигалки у нас нету. Угу, отлично, еще и аптечка. Так, давайте аптечку выбросим. Так. Тоже пока оставим. В пистолете патронов нету, можно оставить тоже. Так. Зажигалка. Нужна зажигалка. Возьмем аптечку. Тоже пока сбросим. Хотя можно сразу соединить. Высушенные тыквы.